Так, снова здравия желаю каждому. Извините, что долго не было видео. Ну, ладно, сейчас не очень, конечно, много там времени, поэтому сегодня я быстро расскажу. Сейчас я сделаю вам тактику по грени через четвертый спавн по машине. Тактика работает лучше для тех, ну, на две трети, кто, по сути, такой начинающий спидранер. Но для новичков это тоже пойдет на пользу. Я что-то вроде начинающего спидранера, поэтому я думаю, давайте уж перейдем от слов к делу и начнем. Конечно же, все начинается с первого дня. Это мы знаем. Вот как обычно, вот как всегда, в какой раз я уже вижу эту комнату. Так, все начинается с вазы. Так, выбросаем и быстренько обходим за дверь. Вот. Так, ничего не испортилось. Так, она опять эти свои гребаные штуки. Так, ладно, подождите, я, пожалуй, быстренько микрофон перезапущу. На попытку спидрана это никак не влияет. Так, я вернулся. На самом деле то, что произошла неизвестная ошибка на попытку спидрана, она повлияла. Короче, сейчас я сделал новым. Ладно, сейчас вам по-бырому буду рассказывать. Короче, делаем вот так. Вы там уже видели многое. Я не... Я не знаю, получится ли у меня за один день, что может и не получиться. Так, вот сейчас везение мне не изменило. Но это только начало, поэтому не будем особо обнадеживаться. Так, поставим это. Далее нужно ключ. Я хочу ее. Ну, сами знаете. Тобось. Все, давай, жарься, парься. Мы тебе мешать не будем. Ну, теперь можно, пожалуй, уходить. Вот оно. Короче, для начала мы идем открывать оружие. Это как у нас обычно. Так, нет, цифра нам не пригодится. На все 100. В канализацию мы особо проходить не будем. Так, я, пожалуй, на всякий случай. Надо это сделать. Так, и заодно заберу эту штуку. Она же у нас тоже для машины. Вот сюда ее помещу, чтобы потом можно было ее забрать. Все. Так, ну все. Опять же ошибка. Нет, ну нельзя это назвать ошибка. Ладно, это еще ошибка в, как бы, спидране-дуське. Так, хорошо, что тут у нас есть какой-нибудь предметик. Я его сейчас сюда заброшу. Все. Теперь можно. В центре тактика проста. На. Конечно, я и сказал, что не пройду все за один день. Но тем не менее, она простоватая. Ем спидранеры, такие спидранеры, как Аталиум, может ее пройти минут за 6. Правда, это, конечно,
конечно, наверное, много попыток и нервов. Ну ладно. Короче, забираем чейн-путер и идем открывать вентиль. Так, для начала вот это еще забираем. Это устанавливаем. Так, надеюсь, что вы не забудьте поставить мне лайк. Если, конечно, у вас получится там пройти. Ну или просто так. Сейчас будет абсолютно пофиг, заметит она нас или нет. По всей видимости, не заметила. Ну это и хорошо, кстати. Так, вот сейчас немножко... Нет, хотя все норм. Так, пожалуй, я пройду к этой. Так, зачем? То, что у нас называется эта хрень. Так, я успел. Это значит, что мне максимально везет. Хотя, блин, я все-таки немножко ляпнул. Вы могли сейчас бы проходить через окно на третий этаж. Но я реально что-то тупанул. Так, поэтому я немножечко вот так сделаю. Так будет попроще. Так, блин. Сейчас был insane момент. О, да. Люська, ставишь капкан на эти двери, через которые только ты проходишь. Гениально. Так, она меня увидела. Но будем пока что сохранять спокойствие. Если, конечно, у меня получится. Так, она забыла. Ух ты, чертова. Эту чертову бабусю к чертям приберу. Кстати, да. Гениальная вообще. Блин, если повезет. Пожалуйста, не подведите меня. Я должен успеть. А, ну ладно. Вон. Так, блин, кое-чего не учел. Ладно, пусть уже и так запарится. Глубоко мне наплевать. Ты уже задолбала в конец. Ну ладно. Это сейчас не самое страшное. Так. Пон. На 15 секунд отключился наш бабулита. Ладно. Мы вас поняли. Сейчас, как обычно, полный развод. Ты чёртова вообще. Не знаю, дочь бомжа какая-то. Ладно. Надеюсь, что у меня получится за один день пройти. Хотя, может, и не получится. Гениально. Так, а вот сейчас мне с ключом Анжелы повезло. Ладно, везение. Все делаем очень быстро. Успели. Только капкан не поставь свой тупой.
чтобы мне было полегче. Пхах. Реально поставил. И как же это на меня работает? Везение. Ну, конечно, скилл тоже. Везение все-таки по большей части. И когда в прошлый раз проверял тактику, у меня всегда было там... Ну, не знаю, вот... ну, как вот... Как минимум 2 дня. Так, вот сейчас, я думаю, стоит, пожалуй, опять же облегчать себе задачу. Последним делом все-таки достану батарею для машины. Все, можно уходить. Душка — это не я. Это воздух. Все, она нам поверила. Можно спокойно проходить. Да уж. Так, видимо, обратно повернула. Не хочет она туда. Ладно, мы ей в этом опять же поможем. А, нет, она там застряла, я понял. Застряла наша Дуська. Да, все, пришла. 100% она там, где мы нашумели. Только без капканов. Ну ладно, с капканами. Ладно, мне как-то пофиг. Блин, это везение. Ну и скилл тоже, как я все время забывал упоминать скилл. Ладно. Целый год игры в Дуську. Все-таки принес свои плоды. Пожалуй, это сделаем. Ну, на всякий пожарный. Не надо меня за это винить, пожалуйста. Теперь, значит, мы берем отвертку. Кстати, и все, и перебрасываем сюда. Ключ. Вот у меня все-таки есть небольшая фобия на Анжелину. Я не могу ее прям проходить. Там очень сложный процесс будет. Поэтому я именно избрал тактику через машину, поскольку там на Анжель ничего не нужно делать. Такого прям... Короче, мы, значит, вот теперь сейчас вот так делаем. И вот простовато вот такая штука. И все. И бабулита оббежала нас. Так, она рановато передумывала. Это поняли мы все. Ладно. Опять же ее разведем. Это у нас какая-то штука. Я сюда закинул. Побежала такая радостная, довольная. Сейчас просто самый базовый развод. Так, она рвановато передумала. Ну ладно. Блин, ну все-таки у меня опять сердце ушло в пятки, когда она рановато передумала. Ладно, сейчас самая простая часть. Что ж, ладно. Думаю, что я пройду за один день. Так, теперь мы просто вот сюда проходим. И забираем вот эту батарею. И быстренько уходим. И никак, ничего с Анжелиной нету. Никаких там сложностей. Так, а наша бабулита уходит. Да. Вот уходит, уходит такая. Думать, что это она тут такая. Вся прям
важная. Ну не адуська, не чита. Так что давайте я запарю. Это очень интересно. Так это я не знаю, зачем закрою. Просто, слушайте, вы хоть представляете себе... Так, блин, ты уже... Капец уже как-то не задавала со своими капканами. Давай уже эту свою жопу закрой. Капканы рожать. Это все. И быстренько сбегаем. Что ж, мне повезло, я прошел за один день. Да уж, не каждый день такое везение. Все, давай, Дуська, прощай. Ты мне ничего так и не сделала. Так и не успел меня битой. Потому что... Блин, потому что ты вот такая вот Дуська. Нифига не умеешь. Только сбитый ходить. Ладно, я надеюсь, вам понравилось данное видео. И вы также не забудьте подписаться, если вы, конечно, первый раз тут. Потому что вы можете быть и первый раз. Ладно, это тогда все. Всем пока. Надеюсь, что вам все понравилось. И вы научитесь проходить экстрим через машину. Только не забывайте, спавн именно такой, какой... на котором я играл. Если вы увидите в своей комнате книгу, один раз перезапустите игру, и будет именно этот спавн. Что ж, все, пора прощаться. Пока.